Аварийная дорога, размытая проезжая часть и заваленные снегом пешеходные зоны. Новосибирцы все чаще жалуются на состояние городских улиц. Мы собрали в одну подборку несколько обращений людей из разных районов мегаполиса. Подробности далее. Улица Охотская, Заельцовский район, город Новосибирск. Зима, Дима, стой! Дима, не лезь под колеса! Стой и жди, пока проедут. Люди вынуждены ходить вот так, прям по дороге, потому что везде сугробы. Едут самосвалы, груженные снегом. Местные жители рассказали, что снег с обочин и тротуаров еще ни разу не вывозили. Из-за этого двухполосная проезжая часть стала уже. Потоки машин не всегда могут разъехаться, особенно если транспорт крупногабаритный. А на левом берегу горожане пожаловались на коммунальщиков с улицы Забалуева. Сотрудники БДД в прошлом году, приходящие на общешкольное родительское собрание, говорят, учите детей безопасного маршрута. Вот я иду по безопасному маршруту через все знаки дорожного движения, пешеходный переход, светофор, света нет. Видите, это горит от домов, где есть магазины. А там, где их нет, там света нет, а на улице гололед. В советском районе Новосибирска больше всего нареканий поступают с улицы Балтийской. На проезжей части двойная колея. Машины заносят. ДТП происходят ежедневно. Водители рекомендуют проезжать этот участок со скоростью не больше 40 км в час. А вот в плохом состоянии дороги от МЖК до Выборной в Октябрьском районе автомобилисты винят ТЭЦ. Якобы предприятие спускает лишнюю воду. Из-за этого проезжую часть сначала размывает, а затем она превращается в каток.